Настоящая спасательная операция развернулась в Рыбнице. Там машина вылетела в кювет. Из снега застрявший автомобиль доставали с помощью троса. Ехал в сторону Красненько, занесло на обочину в связи с погодными условиями. Вызвал сотрудников ГАИ, позвонил 102. Приехали, оперативно все сделали. Благодарен очень. А резина у вас какая? Зимняя. Зимняя, новая резина. Но погодные условия внесли свои. Дает себе знать. Сразу после этого помощь понадобилась водителю фуры. Он не смог подняться в гору. Ситуация на дорогах в общем сложная, говорят госавтоинспекторы. Только за последние сутки 10 случаев, когда автомобили попали в снежный плен. Сотрудники МВД напоминают, спасительный номер 102 или 101. Звонить на него можно, находясь в любой точке Приднестровья.